Итак, ладно, ребят. Привет всем еще раз, кто только подошел. Надеюсь, слышно, видно, все нормально, никаких проблем нет. И вперед. Так, ладно. Вижу, большинство пишет, чтобы мы занялись управлением компанией. Собственно, давайте так и сделаем. Так. Компания. Ну, нам, собственно, вот сюда. Давайте возьмем такси, что-нибудь поближе. Так, вон там. Привет, самурай. Как? Легко. Создаешь аккаунт японского региона и вперед. Тут нет ограничений никаких на это дело. Так, ну в управление компанией мы в прошлый раз, собственно, проникли. Ну да. Проникли в топ-100 рейтинга цен на акции. Это раз. Выполнили условия первая Ника. И нам дал он следующее. Добраться до топ-50 за 7 циклов годов, ну, точнее кварталов, так сказать. Так. Помимо прочего, собственно, мы с Ери стали поближе, да еще увидели немного, скажем так, злодеев, которые появятся в этой дополнительной сюжетке с управления компанией. Ну и, собственно, погнали. Наша цель сейчас топ-50. Давайте посмотрим, что у нас там ситуация. И будем поднимать денег. Так, слышно и видно отлично, это хорошо. Самурай, нет, карта предоплата, покупаешь и точка. Ну или физическое издание можешь заказать. Привет, Вилден, привет всем. Чё-то у отдачи с КП как-то все плохо. Слушайте, тут есть такси не активированное. О, там сектанты, кстати. Они исчезли уже. Этот хороший способ избавиться от преследования. Если не хочешь сражаться. Так. Ну, вперед. Касуга-сан. Хорошо постарались, что готовы, короче, заняться работой. Да. Поняла? Так, мы можем теперь нанять к себе Аюми. Надо посмотреть, кстати, что у нее со статами. И обязательно так и сделаем. Так, наша цель топ-50. Так. Во-первых, у нас появились два новых слота, где мы можем что-нибудь купить, скажем так, какое-нибудь предприятие другое. Так, что у нас тут? Вижу, много чего появилось новенького. Так, а это уже старое. Так, если смотреть по прибыли... 26, 18, 20. Что у нас тут по статам? Ну, тут прибыль неплохая, конечно, будет. Если все хорошо получится. Так, еще тут у нас... ну, неплохо. Лям с копейками. Не, концентрат, такого нету.
Нету и, само собой, не будет уже, очевидно. Ну, самурай. Ну, много. Я просто, как бы, по настроению. Какое-то время занимался, потом бросал, потом опять. Ну и пошло-поехало. Несколько лет. Так, слушайте. Я возьму вот это заведение. Так сказать, связанное с индустрией развлечений для взрослых. Обычно они приносят хорошую прибыль. Это раз. А, стоп, концентрат, точно, есть, я забыл. Но это спойлер, поэтому я не буду говорить, кто именно. Да, точно, есть парочка, я и забыл про них. Но и они такое себе. Так. Что с персоналом? Сначала возьмем одно заведение, так сказать, поставим ее на ноги. И следующее. Так, с персоналом у меня пустого нету, так что, точнее, кто не занят ничем. Так, кредиты нам скоро... Мы скоро закончим возвращать кредит, кстати, еще. Так, во-первых, Юми... Слушайте, у нее статы неплохие. И она единственная рарная. Отлично. Хай, макасете кудасай. Да, сейчас проблема в том, что персонала достойного нету даже, чтобы нанять. У них статы там, блин, ни о чем. Можно попытаться именно прокачать. Все равно не хватает немножечко. Отлично. Ну, а Юми сама справится вот в данном моменте. Ну, правда, можно еще повысить статы. Так, слушайте, давайте я прокачаю его на максимум. У меня бабло есть. Так. Окей. И прибыли сразу больше. Так, у нас качество товара падает. Ну, если прокачаемся до третьего. Вот так, было гидом, стало боссом в заведении для взрослых. Ну, как бы... Салар. Это не мы такие, это жизнь такая. Ну, как бы, на самом деле, это не совсем, хотя, хз. Это, так сказать, оздоровительный центр, где, суть, ну, по описанию я смотрю. По описанию пишут, что это оздоровительный центр, где, скажем так, к гостям этого места... как компаньона, ну, предоставляет какую-нибудь девушку, которая, собственно, ухаживает за ними и так далее. Что-то подобное. Ну, понятно. Я думаю. Так, надо бы сделать пару циклов, точнее, да, пару циклов. Может, появятся новые люди для найма. Как бы, что у нас тут? Да. Ну, кстати, нам сейчас еще и скидон дают на найм. Ну, статы, блин, ни о чем. Так, я прокачаю Аюми. Ну, Фьорис, это скорее просто санаторий с особенными услугами, я бы сказал. Там именно используется сочетание слов оздоровительный центр. Роскошный оздоровительный центр. Так. Салар, можно, как бы, но в данный момент я достиг лимита, так сказать.
Нам еще вот с кредитом разобраться, и потом вообще отлично будет. Блин, на самом деле для... для мини-игры в игре она неплохо сделана. Так, неплохо. Так, кредит. Отлично. Мы пока что остаемся на сотом месте. Ну ладно, сотая так сотая. Закончилось. Закончилось, так сказать, бум продаж для магазинов. Вот бы для заведений для взрослых бы поднялось бы. Ага. Сейчас поднялся бум на рестораны. И, собственно, дохода больше теперь приносит. Кстати, а насчет ресторанов, есть там что-нибудь интересненькое? О! Новый персонал появился. Смотрите, это... Так. Неплохо. Сила 125. Короче, у этого чувака Шун зовут. Усугу. Появилось... То есть он появился, и у нас, собственно, он по специальности как раз эксперт в заведениях для взрослых. И неплохие статы. Так, берем. Неплох, неплох. Так, ну... Так, у него специализация именно игровые услуги. Окей. Сандо Ямаки. Ну, что-то такое себе. Такору. Якуза. Походу. Нет. Господи. Вот таких вышибал надо нанимать. Это мужик, которого мы уволили. Дэм. Так, тогда мы сделаем небольшую перестановку. Вот. Так, Аюми, по идее, сюда хорошо можно. Может вписаться. Да посмотрим. Так, третий левел можно взять. Для четвертого нам не хватает уже. А если мы еще прокачаем этого чувака? Ну, где он? Вот он. Поднимаем левел. Так. Ну, думаю, пока что хватает 20-й. Ну, почти. Так, давайте посмотрим еще какое-нибудь заведение. Кстати, какая специализация у Аюми? Различные. Так, он центр предоставления охранных услуг, что ли? Да. Собственно, мы можем купить, собственно, охранную компанию, по сути. Взять ее под свое крыло. Так, ну доход, нормально.
Ну, у нас еще, собственно, индустрия развлечений для взрослых. Так. Мерхен Херу Пинку Рабиту. Это опять оздоровительный центр. Ну да, типа опять. Оздоровительный центр, где вам помогут, скажем так, отдохнуть прекрасные девушки. Салат, да не, я смотрю в целом. Если посмотреть ресторанчики, вот он, кстати. Ну, можно взять, кстати. Сейчас его как раз продают по скидке. У него цена упала. Он пишет там. Фигней, что внизу. Берем, наверное. Доход от него тоже неплохой, вроде бы, намечается. Правда, как бы... Нам нужны люди. Вот как минимум вот эту я поставлю сюда. Вижу, там хватает, где он был ранее. Аюми. Да, проблема. Как бы не обязательно прямо, чтобы было заполнено все, можно и так работать, но все равно доход может упасть. По сути, как бы третий стат — это у нас популярность, узнаваемость. Давайте вложим немного бабла. Все, максимум. Что-то быстро. Блин, печаль. Нам нужен человек, что популярность будет повышать. Так, тут стат довольно маленький. Тут тоже. Ладно, будем ждать. Опа, у нас, кстати, уже собрание акционеров. Что-то быстро. Ну ладно. Так. Нет, Аюми будет сильнее по силе. Так, ну очков понадобится больше. Ну что ж, вперед на собрание. Привет, Крис, привет, ребят, всем. Давайте успокоим своих акционеров и ответим им на все вопросы, которые их интересуют. Ну, нормально начало. Так. Двое из них очень злятся. Готово. Следующий. Она пойдет под разнос. Давай, мальчик. Удовлетвори тетеньку. Молодец.
Ну, как бы... Ну все, что-то изи вообще. О, неплохо вырос капитал. Так, и... 89 место. Нормально поднялись, нормально. О, и моя зарплата 1600. Нормально выросла, кстати. В прошлый раз, по-моему, 80 тысяч было. Теорис, да он тут пару слов просто кидает, ничего такого. Молодцы, успех, все дела. Подобные слова кидает. Так. Ну, вперед. Идем. Так, ускорение. Ой, кстати, в Ичибан Сейка, походу, все плохо с настроением у работников. Надо повысить. Я забыл про них. Хорош. Хорош. Отлично. О, 88-е. Отлично. Еще на одно место поднялись выше. Так. Закончился, собственно, контракт с фирмой по найму. И теперский дон тоже не будет больше. О, нам предлагают вложиться, собственно, в рекламу. Тем самым это поможет нам значительно повысить, как бы это сказать, доход на определенный период времени. Так, ну бабло у меня есть, конечно. 5 лямов. Ну, давайте. Так. Окей. Ждите с нетерпением, когда покажут рекламу. Окей. Ждем. Так, спасибо, Солар. Кстати, да, займусь этим. Так, поднять настроение. Без рекламы никуда. Ну, раскрутка-то нужна. Так, хотел посмотреть персонал. Да, такое себе, ничего. Вот этот парень. Судя по описанию, говорят, что он кажется довольно известным человеком, хоть на первый взгляд так не скажешь. Есть вероятность, что мы сможем прокачивать, если будем прокачивать его, получим больше именно статус популярности. Ладно, давайте его возьмем. Если что, уволим. Ну, я вижу, все статус плюс-минус поднимается, но не так, как я хотел. Да не, нормально. Короче, берем. Я вложил в него кучу денег. Теперь надо их вернуть.
Увеличить персонал. Гамбаримас. Отлично. Хорош. Ну, давайте посмотрим, как сильно поднимется доход благодаря рекламе. О, мы еще посмотрим эту рекламу. Ой, Сэмбейз. Блин, хотя бы субтитры, ну ладно. Короче, реклама Ичибан Сейки нашей. Неплохо выглядит. Слушайте, а доход-то ничего так. Фьорис, ну, это Сэнбэй. Типа сухие печенья, кры. Рисовые. Так, ну окей, продолжаем тогда. Так, что там еще можно прокачать? Так, тут на максимум. Тут можно качаться, конечно. Правда, надо повышать статы. Для этого нужен персонал. Так, свободных у нас нет. Блин, ничего интересного не появляется. Салар, в смысле? Так, максимальный уровень не обязательно. Я постепенно их поднимаю. На это все-таки уходит кучу денег на поднятие уровня. А настроение я уже поднял им всем. Йоша! Идем кайста! Не, слушайте, топ 50 скоро наш. Отлично. 87-е. 87 место. Отлично, отлично. Окей, собственно, нас просит об инвестициях. Что-то как-то многовато, не? Короче, нам нужно, нас просят инвестировать, собственно, как видите, 10 лямов с копейками. Мы получим 26 лямов с копейками. Вы же понимаете, что это очень рискованная инвестиция. Так что, ребят, плюс заинвестируем, минус не инвестируем. Давайте так поступим. И, кстати, если что, это у нас заведение Тоцуго, то есть бизнес, связанный с живописью, если что.
Так, надо обсудить все нашим чатом акционеру. Президент Валера. Ну да, да. Привет, Натурет. Искусство вдвойне рискованно. Ладно, я откажусь тогда. Вижу все-таки больше минусов. Слишком много мы можем потерять. Собственно, там Скидона, походу, и, собственно, пришло кое-какое прямое заявление, так сказать, касательно найма. Слушайте, а у этого чувака статы неплохие. Берем. Не знаю, куда я его ставлю, но куда-нибудь. Но лучше всего первый стат. О, вагота. よっしゃ、営業開始だ。 И тесак в руках. А, Салар, ты про это? Да нет смысла как бы в данный момент это делать, так как этого достаточно. Плюс, если мы будем расти уровень, нам придется потратить деньги, во-первых, побольше. Так что нет смысла просто это делать, пока не потребуется. Все-таки тут цель именно, чтобы соответствовать условиям. Так, период рекламы закончился, это раз. Во-вторых, появился какой-то, короче, хороший учитель для курсов развития персонала. Так. Ну ладно, давайте повысим. Все равно в этом нет смысла большого. Так, тут ничего. Но тут есть куда расти, конечно. Правда, то заведение особо профита не приносит. Так, ладно, у нас собрание акционеров. Так, статы, отлично. Кабунусукай. Икто! А, Салар, понятно. Ну, ладно. Так, кто у нас тут самый? Начнем с него. Есть. Следующий. Готово. Еле-еле успел.
Есть, заблокировали. Свою полоску восстановили немного. Все, вперед. Готово. Так, мы неплохо опять выросли. 76 место. Отлично. О, моя зарплата опять выросла. Уже 180 тысяч. Привет, половинчик. Присоединяйся. Так. Да лимит им всем можно поднять. Пусть качается пассивно, как Салари предложил. Ну и само собой тоже будем качать петуха, курицу. Тут не так сойдет. Хотя ладно. Так, тут кто-то новенький. Ни о чем. Так, ну по сути сейчас просто зарабатываем бабло. Ждем персонал поинтереснее. Помощнее. ランキングがアップしました。 75-е. Нормально. Йоша! Ну, дальше. Идем кайста! Джанджака, косыгу то сурка, ну! Кейсанга, まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな、株価アップだ。 Хорош. И опять. А, нет, все-таки 75-й сохраняем. О, наш маскот был использован там. Для какого-то продвижения, короче. Круто. Нам бабло дали. Так сказать, платят по авторским правам. Отлично. Так, тут пока что чисто, к сожалению. Хотя... Так, мне нужен кто-то, кто... Да, кто имеет хороший статус услуг. Потому что если будем качаться. Ой, ладно. О, у нее неплохой. Ну, для нормала. О, слушай, не, вот. Че, серьезно?
Такуру. Тогда его берем. Правда, надо прокачать все-таки. Можно еще поднять. Ты мне отработаешь все эти деньги до копейки. Слушайте, а ничего статы-то за счет прокачки он получил? Нормально. Отлично. Блин, не хватает. Немножечко. Скорее всего, просто прокачать уровень будет достаточно. Мяснику. Ой, я остался без денег. Что-то я слишком много вложил в них. Ну ладно, отобьем сейчас. Блин, как быстро деньги уходят. На обучение персонала, блин. Ну, Фьорис. Окей. Собственно, мы опять заключили соглашение с какой-то фирмой по найму, дали скидончик. Так, нет, мы не хотим его нанимать. Такой себе. Че, и все? Так, по сути, да. Немножечко прокачать популярности все. Но зато мы в минус не уходим. В следующем ходе надо повысить всем настроение. Или это придется кого-то в отпуск отправлять и так далее. Ну, Салар, можно, но видишь, как бы ограничение до 5 уровня. Снять ограничения все-таки. Ух ты ж, блин! Воу! Так, мне надо кого-то уволить. Тут появился хороший работник. Чего? Говорят, что в нашей компании некоторые работники очень неудовлетворены, что мы слишком заставляем их перерабатывать. Ладно, ладно. Я все деньги потрачу. Курица на суп. Я тебе сейчас дам на суп. Так, чебан сейка. Ну, кстати, можно сюда. Бездельничать будет.
Ну, как бы видишь, у нас там мы теряем бабло на работниках. Так. Учитывая, какие статы даются от лидера, сюда не впишется. Вот сюда тоже. Ну, пусть будут так пока что. Один другому не мешает. Тут уже на максимум заведения. Вторую. Можно ее тоже. Все равно. Сильно ничто не помешает. О, не изменит. А, стоп. У меня денег нет. Так, а что у него по статам? Защита атака. Нет, такое себе. Возьми кредит. Не-не, кредит не нужен больше. Ну, Салар, пока что, это ненадолго. ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。 志は持っていますか？考えてみてください。僕は思うのですが。聞いてください。納得できましたね。хорош。ご質問のある方の方は挙手をお願いいたします。 давай。誠に申し訳ありません。ご質問のある方の方は挙手をお願いいたします。 考えていただきたいです。このレベルが低すぎるぞ。冷静に。このレベルが低すぎるぞ。一理あるな。ご質問のある株主の方は、ぜひお願いいたします。すみませんでした。ご質問のある。株主を甘く見てるぞ。 この程度失望したな。それは違います。おお、いいことはねえよ。これにて定期株主総会が始まります。え、そうだ、ちょ、правда?シャープスパトル。最高の株主総会。株が大幅アップだ。お、неплохо。いいえ、ただまだ盛り上がるぜ。ランキングがアップしました。63点。отлично。 Слушайте, после этого мы сможем пойти экипировку неплохо обновить себе. Да и вообще закупиться. Неплохие деньги поднимаем. Так.
Ну вот, собственно, ее можно поставить. Отлично. А, стоп, я ж никакие деньги не поднял за это. Надо поработать. Вперед. Там чувака прокачать, и думаю, красный стат превратится в зеленый как раз таки. Значит, популярности. Вы как там, ребят, нормально? Не слишком ли скучно за этим наблюдать, чем за сюжетом и сайдами? Как бы, мне лично интересно. Мы почти добрались до топ-50. Это вообще отлично. 62-е. Хорош. О, опять бабло. Благодаря нашему маскоту. Так, ну как минимум здесь у нас 0-0. Ну, отлично. Так, проверим, что там со статами. О, отлично. Мы в дамках. Бабуля. Катает. Йоша! Идем кайста! Ну, Фьорс, да, очень упрощенный. Но забавный. Ну, интересно, что дальше будет. Потому что до топ-1 нам далеко еще. Хорош. よっしゃ、営業開始だ。ジャンジャカ稼ぐとです。ダメだダメだ。やった。Кому-то товар не нравится. Это мада-мада вакай мо не ва макен зо. Есть 61-е. Плюшки насчет найма по скидке новых людей, плюс закончился, точнее, ушел этот учитель хороший. Так, ну тут ни о чем. Роди не ясаси отоку жана. Давай, бабуля. Понял? Да. Ну, Салар, я попробую. Но что-то мне кажется, что, скорее всего, нет. Ну попробуем, попробуем.
Так, вот в следующий раз надо повысить настроение. Тратить бабло на это.株主総会がやってきました。 Так, а, отлично. На Юми хватило только. Да. Не хватило на всех. Печаль. Паренька тогда надо бы заменить. Все-таки не стоит доверять автоматическому поднятию настроения. Там можно вручную делать или, собственно, автоматом. Я надеялся, что автоматом не хватает. Не хватило. Икту! Увольте недовольных. Эти недовольны мне нужны. Так, кто у нас самый злой? Бабуля. Привет, Джефлей. Добро пожаловать. У нас тут собрание акционеров. Давай. Красава! Ну того... Работника надо бы заменить, он слабый. Извиняемся. もっと上を目指すべき。すみませんでした。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。あまり経営にございます。論理的に説明するのは心配してます。うまくいっているのですか。 定期株主総会を終了いたします。 Но у нас все равно 100% это самое важное. Так, и... Есть! 51 место. Отлично. О, зарплата опять выросла. Слушайте, мы почти выполнили условия. Одна позиция. Йоша! Идем кайста! Вперед, поднимать бабло. ラッキーね。ダメだ。いいわね、やったー。うまくいき予定通りの結果。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果ですね。素晴らしい結果ですね。Так, то же самое. G-Flame. Как это сказать?
Компания по, ну, в данный момент производству и продаже Сенбей сухих рисовых печенюшек. Хотя в целом они, собственно, занимаются не только этим. Так, ну у нас нету денег для инвестиций. О, нам опять рекламу предлагает. У меня денег нет. Печаль. В следующий раз. Так. Надо разобраться с настроением. Ууу, слушайте, он очень злой. Этого хватит? Хватит. Да, ну что-то как-то много. Блин, дорогие эти работники обходятся. Жесть. Йоша! Идем кайста! Я как минимум смотрю второй бизнес приносит очень мало денег. От него надо избавляться и закупить что-нибудь другое. И, к сожалению, ресторан, который мы взяли, тоже приносит очень мало денег. От него тоже нужно избавляться. Сотрудничество. Новый работник. Нет, спасибо. Не нужен. Так, ну внизу тут все хорошо. Это с настроением. А где ж? А, ну у него уровень маленький, поэтому он еще дешевый. Вот, кстати, соляра, один из минусов поднятия левел капа. Дороже стоит потом, чтобы настроение повысить. G-Flame, ты их пробовал? Пока был в Японии. Расслабься. Все сойдет. Йоша! Идем кайста! Не, ресторан убираем. Ну, Виктор, я уже подожду следующего, так сказать. Ну, короче, сейчас попадем в топ-50, посмотрим ивенти. Ну, очевидно, что он будет. Собственно, а потом, после топ-50, я избавлюсь от него. Вдруг появится что-нибудь еще интересненькое. Так, нам предлагают опять инвестиции. Ну, 750 тысяч. Триллион. Ну, давайте. Нам предлагают инвестиции в... Ну, публичные бани, так сказать. По сути, скорее всего, это Soul Plan. Просто прикрывается.
Йоша! Игё кайшда! Ну тут копейки, ну да. Хотя вот видишь, в этот раз получше. Чё-то мы не растем вообще. Странно. Так, и инвестиции провалились. Блин. Ну вот. О, наш маскот бабло принес. Так, все, готово. Что-то происходит. Ну что ж, почти пришло время для собрания акционеров. Надеюсь, что все закончится хорошо в этот раз тоже. В чем дело? Она что-то закричала. Это очень плохо. Касуга-сан. Как он читался? Накано... Ватару будет присутствовать на данном собрании акционеров. Накано Ватабы или Ватари. Так. Один из трех знаменитых звезд, которые часто угрожают срывом собрания акционеров. Этих людей также принято называть уничтожителями общего собрания акционеров. Окей, интересные люди. Если вот такой человек появляется... как он, то это означает, что он попытается всеми доступными его методами доставить неприятности на собрание акционеров и саботировать его. Тем самым саботировать саму компанию, чтобы у нее упала цена на акциях и чтобы она обанкротилась. О, это очень плохо. Но зачем он пришел... на собрание акционеров нашей компании. Не знаю. Может быть, то, что мы начали расти в последнее время, кому-то не нравится. И в частности, он один из них. Понятно. Значит, вот о чем Ник говорил, когда предупреждал насчет того, что могут другие компании, короче, начать... набрасываться на нас. Накано Ватару очень известен тем, что сквернословит и очень громко орет на собраниях. Так что давайте будем очень осторожны на данном собрании сегодня. Если мы не сможем утихомирить Накано, то вряд ли сможем попасть в топ-50. Вагата! Я понял. Тогда будем продвигаться с осторожностью. Понятно. У нас веселье начинается. Так, собственно, собрание акционеров, на котором будет присутствовать Накано, вот-вот начнется. Если мы не сможем... разобраться с ним и пережить это собрание, то топ-50 нам не видать. Так, ну что ж, вперед на собрание.
Так, сначала я бы повысил настроение работникам. В частности, тем, кто отправляется у нас на встречу. Это влияет на полоску внизу, которая появляется. Так. Возьму бабулю. Вперед! Икту! Хорошо, Салары. Напомнишь еще раз потом. Соредева, кесан хокуку сасете итадакимас. Касуга Ичибан шачо, онегай итасимас. Ну, на трек только сейчас увидел. Так, слушайте, ну неплохое начало, 50%. Спасибо. Так, начнем с него. Давай, мочи. ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。 До третьего уровня не успеем. Есть, с этим разобрались. Ну, G-Flame, да, есть что-то под... похоже. Есть. Идеально. Всех завалили. Точнее, убедили. И ответили на все вопросы. Так, левел. О, слушайте, а неплохо мы так выросли. Вы посмотрите. Воу-воу-воу-воу-воу. Ничего себе. Ну, дальше мне топ-20 надо зайти. А осталось фиг да нифига. Как бы топ-20, топ-10 и первое место, и все. О, моя зарплата неплохо выросла. 260 тысяч. Деньги крутятся. Нормально. Так, надо избавиться от ресторана и взять что-то другое получше. Так или иначе, мы справились с Касуга-сан. Мы наконец-то достигли топ-50. А? Да! Отлично же! Вы звери! Какая жалость, Накано-сан. Вы не смогли сорвать наше собрание акционеров. Срань. Я не могу позверить, не могу поверить. Слушайте, а что вас вообще привело в нашу компанию? Завалить врага. Таково наше правило всегда было. Чё? Сосед. Йокохама, это наше место. И это не место, где
Много компаний сосуществуют друг с другом в мире и согласии. Подобный тип компании ничего путного не принесут в итоге. Это и так всем известно, я думаю. Что за срань ты несешь такое вообще? С какого черта нельзя как следует компаниям состязаться друг с другом честно и справедливо? Окей. Вместо того, чтобы какой-то враг появлялся, дабы состязаться с нами, с нашей компанией, мы предпочитаем раздавить его до того, как он смог вырасти и стать кем-то. Так будет легче и лучше для нас. Вот понятно все с ними. Несмотря на то, что я потерпел неудачу в этот раз, в следующий раз у вас все так хорошо. Все так хорошо не пройдет. Я еще приду. Так что знаете. И не только я. Да, похоже, что рынок здесь довольно жесткий. Да, я слышал об этом слухе, но не ожидал, что все настолько серьезно. Отныне есть большая вероятность того, что люди, подобные Накану Аватару, будут все больше и больше приходить на наше собрание. Поэтому нам нужно приготовиться как следует. Да, ты права. Ну, Фёрис, ну да. Ну, у нас тут, как бы, да, типичная история компании. Противостоят друг другу. Вот появился какой-то злодей, который хочет подметать все под себя, всех остальных уничтожить. Ну, короче. Но мы его завалим. О, стоп, нам еще что-то покажут. Накану, похоже, потерпел неудачу. Вот как. Все-таки он бесполезный. Именно то, что я ожидал. Послушай, Сейки, если оставлю это на тебя, какова вероятность того, что ты сможешь с ними разобраться? 99,9%. Хорошо, тогда оставляю их на тебя. Обязательно уничтожь их. Этот рынок мой. Даже маленькая угроза, что появляется на горизонте, должна быть уничтожена. Такова политика нашей компании. Оставьте это на меня. Слушайте, это забавно. А ты довольно хорош, Касуга Ичибан. Неудивительно, что это любимчик Ника, походу. Он отличается от каких-то обычных людей. Но веселье у них долго не продержится. Короче, мы их рано или поздно уничтожим быстро. Верно. Похоже, я нашел новую интересную игрушку. Бугага. Окей. Думаю, нам придется их всех завалить по очереди до топ-1. У нас получилось. Мы попали в топ-50 рейтинга цен на акции. Мы смогли сдержать обещание, что дали Нику-сан. Да, теперь мы среди первоклассных компаний в каком-то смысле.
Ну, по крайней мере, мы из компании, из мелкой компании стали средней компанией. Это действительно волнующе. Как и ожидалось, бойфренд, ты силен. Я думаю, что сейчас время как раз-таки отпраздновать это. Хорошая идея. А так сперва мне нужно связаться с Ником. Да, тогда, пожалуйста, полагаюсь на вас. Это бабуля. Ичиба, ну что, вижу, ты попал в топ-50. Это тебя делает уже первоклассной компанией в каком-то смысле. Я действительно не ошибся в тебе. Спасибо. Ладно, без дальнейших отлагательств. Я бы хотел бы сказать тебе касательно следующих условий. Само собой, если в этот раз ты, конечно, тоже хочешь принять их, как и мои вложения дальнейшие. Да, пожалуйста. Так. Следующее условие таково. Вне зависимости от того, сколько времени потребуется, пожалуйста, попадите в топ-20 рейтинга цен на акции. Вагата. Хорошо, я понял. Однако, никакого ограничения в этот раз по времени. Я удивлен. Вы уверены? Но это еще не все. Из-за того, что нет ограничений во времени в этот раз, у меня есть еще одно условие. И оно заключается в переезде головного офиса. Переезде головного офиса? Окей, стоп. Вот это уже звучит интересно. Верно. Отныне... Нет. Отныне ты стремишься попасть в топ-20. Я думаю, что пришло время расширяться и нанимать больше сотрудников, да и бизнесов закупать под себя. В данный момент место, где находится ваш офис, довольно мало. Поэтому, я думаю, пришло время вам переехать куда-нибудь в более просторное место. Да, но это заведение имеет столько воспоминаний для Эри, о ее отце. И вы просите... Точнее, вы просите меня переехать, даже не спросив их мнения. Я понимаю твои чувства, но как президент иногда приходится принимать очень жестокие решения для того, чтобы компания процветала. Ну, я, конечно, это понимаю, но... Но в следующий раз... Или, да, в следующий раз... На этих собраниях будет еще жестче. Если ты будешь слишком наивен, это может фатально кончиться для вас. Я хочу посмотреть, сможешь ли ты выполнить это условие, Ичибан, тем самым. Это покажет твои способности на долгосрочную перспективу. Так что... Удачи и до свидания. Ах, Ник, этот парень. Блин, тут так уютно. Так, окей. Новые условия Ника приняты. И мы получили финансовый вклад в размере... В размере 100 миллионов йен. Неплохо. Что с вами, Касуга-сан? У вас такое тяжелое... У вас такое выражение лица
угрюмая. В чем дело? Выглядишь так, как будто тебя током долбанули, даже волосы встали. У меня всегда была такая прическа. На самом деле, Ник тут предложил новое условие. Вот как. И что это за новое условие? Для того, чтобы попасть в топ-20, нам нужно совершить переезд головного офиса. Переехать? Отсюда? То есть более большое, красивое здание, да? Ну, возможно. Прости. Тебе это не нравится, я понимаю. Я, наверное, слишком поспешил, принял это решение без вашего разрешения. Наверное, мне нужно было сначала принять во внимание ваши чувства. Цель не состоит в том, чтобы чрезмерно расширять компанию. Самое важное — просто продолжать защищать Ичибан Сейка, и все, верно? Так что по этой причине нет никакой особой причины менять наше место или пытаться идти куда-то дальше вверх. Можно и здесь остаться. Это было очень эгоистично с моей стороны. Ладно, я поговорю с Ником. Скажу, что инвестиции не требуется больше, и скажу, что Ичибан Сейка хочет сохранить прежнее место и сохранить свой старый... дабы сохранить свой старый вкус и обычаи. Ура! Ура! Разве это не здорово? Переезд! Это редкая возможность! Да еще будем в новом красивом здании! Так прекрасно! Да, действительно, отлично! Кстати, я тут втайне уже присматривала новое здание для нашей компании, если че. Там как раз высокий небоскреб, недалеко от станции. Что думаешь? Так стоп, подождите! То есть вы не против переезда? Конечно же, не против. До того, как мы вернулись обратно сюда, у нас была очень большая компания и было другое место, где мы переехали после развития. И наконец-то мы сделали первый шаг к воскрешению. Новое здание, ура! Ну, я рад тогда. Ладно, тогда нужно обсудить переезд, верно? Раз это редкая возможность, и учитывая, что мы расширяемся, может, поменяем имя компании еще? Имя компании? Но мы же будем заниматься... мы же занимаемся другими делами, помимо продажи Сэнбэй. Так что называться просто Ичибан Сейка, мне кажется, как-то некрасиво со стороны выглядит именно это имя, учитывая, что как бы у нас под крыло куча других... бизнесов. И такое чувство, как будто мы обесцениваем те другие бизнесы, что работают под наше руководство. Ну, возможно, действительно, некоторые другие бизнесы могут пострадать из-за того, что мы называемся просто кондитерской компанией. Ну да, вы правы. Ну, а какое лучшее название-то? Может быть, ну... о, Ичибан Холдинг. Как насчет этого? В последнее время очень много компаний, которые имеют очень много бизнесов под свое крыло, собственно, называются холдингами. Ичибан Холдинг. Ичибан Холдинг. Звучит неплохо, хорошее имя. Я за, а бабуля? Конечно, никаких проблем. Короче, ей очень нравится. Покекоку, а ты? Согласен? Хорошо? Тогда решено. Новое здание и новое имя для компании. Настало время изменений. Да, Ичибан Холдинг. Действительно хорошо звучит. Так, а что насчет места переезда? А, ну насчет этого. Оставьте на нас.
Но все в порядке будет? Да. В конце концов, Касуга-сан, вы тут совсем недавно пришли в этот город, так что не знаете местные особенности. Мы лучше разбираемся. Оставь это на нас. Мы подберем лучшее здание. Че, правда? Да, не беспокойтесь, предоставьте все нам. Мы собираемся найти действительно достойное здание. А, ладно. Почему-то у меня очень плохое предчувствие. У меня тоже. Блин, слушайте, вот несмотря на банальность в этой сюжетке, персонажи, в частности, вот Эритян, бабуля и, само собой, Коки-Коко, блин, они топчик. Прямо вообще тащат. Ух ты ж, блин. Добро пожаловать. Ичибан Холдинг. Нормально. О, трофей. Отличный новый офис. Это офисное здание. И тут действительно хороший вид еще. Действительно. Я прямо чувствую себя живой. И могу жить тут вечно. Отличное место, верно, Коки-Коко? Действительно. Прямо ощущается вот этот масштаб, который теперь возрос у нас. Однако это здание, наверное, не из дешевых. Фак. Не нужно так улыбаться. Во сколько это обошлось? Дорого? Ничего подобного. Да ничего подобного, оно дешевое, очень дешевое. Да и вообще, бойфрендик, тебе не нужно беспокоиться о цене. А, точно. У нас там работа ждет, так что пошли. А это что такое? 10 миллиардов! Спалились! Вы сказали, что найдете хорошее здание и по хорошей цене, разве нет? Прости, прости. Мы так думали поначалу, но становились все более и более жадными. Ну, в конце концов, как бы появились там 108 проблем каких-то. Короче, ничего не смогли поделать. Ну, короче, мы пошли то тут, то там, и в результате там еще за некоторые вещи, что пришлось добавить сверху насчет этого здания. Ну, короче, обошлось все в 10 миллиардов. В смысле? Нам нужно побыстрее, блин, попасть сейчас в топ-20, иначе у нас будет большой кризис. Да, но после переезда у нас количество бизнес-шансов, что можем взять под свое крыло, также увеличилось. Так что, как ни смотри, со всех сторон мы, как сказать, заапгрейдились. Так что все будет в порядке. Мы вернем свои деньги. В два, а то и в три раза больше. Верно. Это вклад в будущее. Верно? Господи. Ну вы даете. Ну ладно, не важно. Мне нравится это здание. И уже ничего не поделаешь. Так что давайте заработаем достаточно денег, чтобы оправдать, так сказать, это здание, в котором мы находимся. И, возможно, переплюнуть. Касуга. Сан. Да. Я буду стараться еще упорнее, чем обычно, так что я полагаюсь на вас в дальнейшем тоже, Касуга-сан, и на вашу поддержку. Хорошо. Тогда вперед!
Улыбка на первом месте. Вичибан Холдинг. What? Ой, господи. Ну, G-Flame, но учитывая цену, да. Как бы оно полностью. Как минимум. Да. Окей. Расширение, собственно, до 5. Или уже больше. И новый навык еще. Ага, для Эритян стал доступен новый класс, и она больше опыта получает, когда не в пати. Так. Не, ну нормально, чё, нормально. Ну смотрите, ну вид тут, конечно, хорош. Ночью вообще должно быть отлично. Так. Ну, Салар, да, если вернемся туда, по идее. Ну, тут я вижу, нету. Так, Асуга-сан, ну, хорошо, постарались, короче, поработаем, поработаем. Ну, вперед. Ну чё, топ 20 дальше. Ой. От второго и третьего бизнеса избавляемся. 39 уже. О, нанять. А, нет, пока что. Кстати, насчет найма. Воу, смотрите, появились суперрарные. Отлично. Короче, ребят, нам нужно поработать. Перестановки делать. Так, ресторан. Пошел прочь. Так, и пока что все. Второе. Второй бизнес, который, по сути, мы сдаем в аренду помещение для каких-либо ивентов, можно пока что оставить. Вот доход как-то не очень. Так, посмотрим, что новенького появилось. Ух ты ж, блин, нифига себе цены! Воу! Так. 122 миллионов. Жесть. Хост-клаб, по сути. Ну-ка еще. Интересное название. А, нет, стоп. Да, короче, заведение называется... Услуги кошечек. Короче, девушки-кошечки предлагают различные услуги в данном, собственно, хост-клабе или кабаре, который очень популярен как раз за счет инновационного сервиса услуг, который он предоставляет. Так, ну, Салар, скорее всего, да. Ну, слушайте, нам денег хватает, чтобы это взять. Вот это, я думаю, нам может... G-Flame, вроде бы не предлагают. Так, ну это заведение, мне кажется, перспективное.
тут еще? Так, ну эти старые уже что были. Не, лучше брать что-то из новых, что появились. Мне более перспективно кажется. Слушайте, тут уже более все серьезно. Ну вот видите, как нужно договариваться. Нормально. Крутая анимация, а, класс. Так. Ага. Собственно, товар и качество услуг мы можем поставить двух отдельно работников. На популярность, к сожалению, только лидер влияет. Значит, нам нужен какой-нибудь лидер с хорошими статами. Так. Ну, его неплохой. Придется убрать его. Да, в данный момент я сейчас нанимать никого не смогу. Не знаю, сейчас посмотрим. Окей, ташимас. Лёкай шимашта. По сути, вот, мы в плюсе. Ну, блин, на прокачку не хватает. Ладно, давайте возьмем кредит. Так, пол. Куда вот появился? Максимум можно взять 100 миллионов. Ну, нормально. Блин, ну 100 миллионов, конечно, писец. Мы, по сути, будем возвращать под 5%. Просто если брать кредит, то надо посмотреть какой-нибудь... заведение. Так, ну вот это вроде бы, говорят, доход неплохой должен быть. Там уже как получится. О, тут еще неплохой. А, нет. Стратегия, вон там справа, видишь,
сверху трех красных полосок и сверху одна. Вот это. Показывает профит. Ну да, если посмотреть, вот это заведение самое лучшее. Ну, G-Flame, если мы возьмем 100 миллионов, то нам хватает на все, по идее. По идее. Короче, что скажете? Берем кредит на 100... Так, стоп. Так, это бизнес. Ну, окей. Ну все. Ну, G-Flame, это разные вещи. Ой, алево. Залазите. Есть. Интересно, а тут он может отказать? Так, ну все. Тогда дальше нам нужен персонал. Так, стоп, сначала посмотреть. Так, ага, популярность и качество услуг. Собственно, а товар только лидер поднимает. Понятно. Так, о, слушайте, вот, попа и попа. Нормально, берем. Серьезно? Да, берем. Спасаю. Да, надо вкладывать еще бабло. Их только до 10 левела. А то слишком много будут просить потом за настроение. Отлично. Ну слушайте, ну неплохо. Так, ну все. Вперед, поднимать бабло. Так. Ну что ж, ребят, в путь. Нам нужно куча бабла поднять сейчас, вернуть кредит. И топ 20. Ну слушайте, последние два заведения, конечно, неплохо нам приносят бабла. Салар, да, я же подменил все только что. Может, ты не обратил внимания.
Эх, на рестораны. И вот, сам посмотри. Оп, 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 оп. Кроме вот этого. Кстати, надо бы прокачать тогда. Все, кончились бабло. Йоша! Игел Кайста! Так, и вперед. Ой, блин, сколько время. Слушайте, сегодняшний день весь у нас получился посвященный управлению компанией. Дальше пойдем по сюжету. Что скажете? Сейчас вот мы немного бабло поднимем. Или пройдем сначала всю эту сюжетку. Что тут осталось? Нам предлагают инвестировать. Давайте. Окей. Нет, не хочу. Заработай время лететь незаметно. Ну, да. Стратеги. Ну, это затраты на, собственно, данный бизнес. И нам нужно, собственно, получить профита больше, чем затрат. Половинчик, ну как бы он там закончился. Тот сайт-квест, если че. Не факт, что будет что-то еще. Ну, Солар можно, но как ты видишь, они и так есть, так что... Блин, инвестиции потерпели неудачу. Но их нужно искать, Солар. Плюс не факт, что там прямо что-то сверхъестественное. Так что можно и так. Так, ну что ж, собрание... У нас акционеров, так, посмотрим. О, неплохо. Ого. Йоша, магазин тобой. Кабунуши сокай. Икуто! Ну, половинчик, там было написано конец, точка. Может быть, будет еще один квест связанный, может и нет. Это уже посмотрим. Ну, как бы она сделала все, что хотела, вроде. まずは現実を読み解き。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。今の結果に甘い。私は炎の結果。聞いてください。理由として。ご質問のある株主の方は、ぜひお願い。 無能な刑事が退治しやがれ。冷静に確認し舐めたったるてめえら。確かに。うるせえ。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。ダメダメダメダメダメダメダメ。 勝つの余地なんてねえぞ。聞いてください。無能な刑事が退治しやがれ。もう一回。ご質問のある株主の方。かけらも考えてみてください。
僕は思うのですが、お前たちはもうダメだ。考えてみてください。なんと、私は思うのですが。もういい。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは最高の株主総会、株価大幅アップだ。イエス。まだまだ成り上がるぜ。ランキングがアップしました。34-е。ну слушайте, тут до 20-го места недалеко. Удивительно, как тебе удалось оправдать перед акционером покупку этого здания. Ну. Так. Так, ладно. Думаю, на пока что здесь мы остановимся. И продолжение следует. Так, ну, собственно, перед следующим стримом, думаю, решим вместе, чем будем заниматься дальше. Сюжетом, сайдами или снова управлением компанией. Так что продолжение следует.